мы в гостях у моего доброго друга, давнего друга, Зиновия Шершера, композитора и художника, который, как все мы, которые живем здесь, начали свою жизнь буквально с нуля, приехав уже. Ты не можешь, я знаю тебя, ты не в состоянии просто сидеть и ждать. Ты наверняка что-то начал делать, да? Что ты делал? Маляром работал. Маляром. Маляром, потом уже меня взяли уже в ресторан. А в ресторан что делал? Петь. Первое приглашение в галерею работать, первый контракт с галереей. Мне приятен каждый шаг в искусстве. Я потом сделал стену, вот роспись стены. Потом мне предложили сделать картину к 65-летию Оскара, который сегодня в Hollywood Entertainment музее. И, конечно, для меня это просто определенный этап пути. То же самое в музыке. Знаете, мы как начали записывать свои альбомы на русском языке. И прошло много-много лет, пока не раздался звонок, и мне предложили написать первую музыку и песню к фильму. И после первого альбома, вот Christmas-альбома, вдруг позвонил Шелли Коэн, маэстро из NBC, который предложил мне совместный альбом. И вот мы недавно выпустили альбом, буквально, который назвали Color the World. This one together today. It's all about love. This journey.